На канале Украина состоится премьера 16-серийного мелодраматического детективного сериала «Мавки». В центре сюжета сериала Кира Задорожная, которую присылает в полицейское управление небольшого городка «Мавки». Для главы управления Олега Кравченко становится неприятным сюрпризом то, что новый стажер – это молодая девушка, явно из богатой семьи. У Олега и Киры отношения не складываются с первого дня знакомства. Олега раздражает в Кире гламурность, независимость, привычка нарушать субординацию. Кира же, в свою очередь, считает начальника дотошным, скучным, законопослушным сухарем. Однако в скором времени Кире и Олегу придется изменить мнение друг о друге. Главные роли в сериале исполнят Алина Ланина, Андрей Чадов, Артур Ваха, Елена Светлицкая и другие. Премьера 16-серийного мелодраматического детективного сериала состоится с 23 ноября на канале Украина. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.